Расскажите, пожалуйста, смешной случай про вашу подругу, которой вы подарили подушку. Расскажите, что произошло в семье. Да, моя подруга начала пользоваться этой подушкой. Она себе так вылечила руку, положила. Боль в руке была, она положила на ночь, утром встала. Говорит, боль прекратилась, не было боли и больше и не возвращалась. Потом она на вторую ночь легла на эту подушку и поспала ночь, утром не смогла встать, у нее полностью комната перевернулась вверх тормашками, все кружилось, все это, она испугалась очень, что нарушилось кровообращение и перестала этой пользоваться подушкой. Но муж ее как-то рядышком прилег к ней и говорит, ой, как тепло от этой подушечки, возьму я ее себе. И забрал ее себе, положил себе на спину, так проспал ночь, спина легче стала. И он стал этой подушкой пользоваться, и поэтому сейчас он без боли в спине. У него совершенно прошла спина, и он уже эту подушку теперь не отдает. Он говорит, нет, теперь уже я буду ею пользоваться. Поэтому вот такие бывают чудеса. Да, прекрасно. Подарили подушки, а забрал муж. Молодец. Хорошо. Теперь пользуйтесь. Да, но теперь вот просто ваша подружка не поняла, что микросферы показали, что у нее проблемы после ковида с головным мозгом, как раз с сосудами. Ей обязательно надо было продолжать пользоваться для того, чтобы все прошло. А она как бы не выдержала обострения. Вот, и, но к счастью, муж теперь будет здоровенький.